По прогнозам синоптиков, жара, пришедшая в Самарскую область, в ближайшие дни сохранится. А это значит, посещаемость пляжей тоже снижаться не будет. Ежедневно только в Самаре у воды отдыхают тысячи человек. Это в том числе те, кто в связи с эпидемиологической ситуацией решил отказаться от поездки на море и остался в родном регионе. Чтобы жители и гости Самары проводили свой досуг на берегу с комфортом, губернатор Дмитрий Азаров поручил усилить работы по санитарному содержанию пляжей. Массовая уборка проводится ежедневно с 5 до 9 утра, а также после 18 часов вечера. В случае, если отдыхающих много и образуется большое количество мусора, в дневные часы проводится также еще патрулирование и сбор мусора рабочими ответственными за это. На пляжах установлены 250 урн для сбора мусора. К настоящему моменту уже вывезено более 200 кубометров отходов. Также для комфортного отдыха горожан проводится регулярная очистка дна реки от посторонних предметов. В рамках проекта «Доступный пляж» под Некрасовским и Полевым спусками оборудованы деревянные настилы. Они обеспечивают легкий доступ к воде гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также мамам с колясками. На Некрасовском добраться к пляжу можно по удобному съезду. На Полевом спуститься с набережной помогут волонтеры, готовые подставить плечо или выделить ступенька-ход. У нас с 10 до 20 каждый день на время работы пляжа волонтеры выходят и помогают, выдают оборудование для граждан с инвалидностью. Это лежаки, это матрасы. Также могут проводить, показать какие-то, скажем так, нюансы на пляже. Ну и, соответственно, оказать другую помощь, если необходимо. То есть там воды дать, может быть, навес организовать, чтобы был в теньке человек.